бензин бывает разный. Но не мне вам об этом говорить, да? Иногда заливаешь, и пальцы стучат. Иногда заливаешь 95-й или 98-й, и клапана сгорают. Ну, на отечественных автомобилях, на западных вроде такого нету. Там глушители выгорают. Ну, это если слишком много ацетона. Вот. Казалось бы, природный газ, он везде одинаков. А нет. Есть разные месторождения, и вот северные наши месторождения, ханты-мансийские, отличаются своим сочным составом. Небольшая коррекция пропано-бутановой смеси, и вот уже машина просто поет. Особым качеством обладает Нягоньское месторождение. И вот этот газ с успехом реализуется на сети заправочных станций фирмы «М-ГАЗ», которые мы сегодня и покажем. Кстати, как правильно вести газ? Только в железнодорожных цистернах. Потому что, ну, максимум, откуда вам могут привезти газ, не нарушая правил эксплуатации транспортного средства, это расстояние в 300 километров. Так что заправляемся с М-газом. Вы, жители Магнитогорска, а также Нагайбакского, Верхнеуральского, Брединского, Кизельского, ну и части Абзелиловского района. Потому что нас там смотрят, телеканал «Звезда», а не какой-то там мелкий кабельный канал «Магинфо». Тенденция, которая не может не радовать. Люди, которые реально гордятся собственной продукцией, могут о ней с гордостью говорить с телевидения. Телевидение, оно единственное и любимое в данном конкретно случае, является оракулом процессов, которые произойдут в ближайшее время. Транспортный налог в цену бензина не включат и не отменят. Мало того, акцизы новые ведут на бенз, и думаете, что ждать? Да еще и зиму никто не отменял, и она будет, и думается, не теплая, то есть машины греть будем всю ночь. Так что на газ и только на газ, а газ покупать на заправках от М-газа. А почему такая уверенность? А потому что нас пустили в святая святых, газораспределительную станцию. И мы убедились, броня крепка, в смысле цистерны ЖД, а только ими поставляется газ в фирму М-газ. И танки наши быстрые, ну не танки, а автовозы, и не быстрые, проверенные, безопасные, и они поставляют газ на заправки города и юга области. Мало того, если у вас есть желание зарабатывать на газу совместно с фирмой М-газ, сделать это легче. Заправляясь на газозаправках фирмы М-газ, кстати, сэкономите проще и быстрее. Акции, скидки и цена за литр станет еще меньше, если вы постоянный клиент. И честно говоря, не думал и не знал, но оказывается, газ отдельные товарищи бодяжат метаном, а это уже опасно. Здесь все четко, потому что по-другому нельзя. Работая с газом для населения, эксперименты никому не нужны. Своя служба доставки, а это и есть гарантия надежности. Теперь где рекомендуем заправляться и когда? Если попали в пересменку газелистов, если работаем на комбинате, то рядом с автошколой. Если едем из Челябинска, то естественно на въезде в город. Ну а в городе? Заехали за свежими овощами на зеленый рынок и свеженький вкусный газ для вашего авто. Если едем на природу, то новая дорога через поселок Цементников. Она и новее, и короче. Короче, хватит ездить на бензине, либо заправляться непонятно где. Переходим на газ, либо заправляемся там, где советует автостоп.